Красноярске после порыва колодца почти 2 месяца вода размывает дорогу, а городские службы бездействуют. С такой жалобой к нам в редакцию обратились местные предприниматели. По словам одного из них, в начале мая владельцы ближайших построек приглашали на место аварийно-канализационную службу. Звонили в 205 и даже обращались к местному участковому. Все обещали разобраться. Однако вместо этого бесследно исчезли. А тем временем предприниматель уверен, из колодца бьет питьевая вода, за которую из своих карманов заплатят жители. Кто-то же должен страдать без чистой воды, а здесь просто выливается чистая вода. Вода, там озеро, замокли ямы, и грузовые машины большие, которые проходят вот сюда, на Стеклотару, они продавили глубокие ямы, и легковые машины прямо застревали в этих лужах. Приходилось вытаскивать. В Каскоме нам рассказали о ситуации на Затонской, слышат впервые. Пообещали в ближайшее время выяснить, принадлежит ли им этот участок, и если да, устранить нарушение. В противном случае эта обязанность ляжет на администрацию города.